8 февраля в легкоатлетическом манеже «Олимпийц» состоялся спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню зимних видов спорта. На мероприятии побывали и наши корреспонденты. Зима в этом году в Славянске хоть и холодная, но традиционно малоснежная. Потому любителям зимних видов спорта приходится импровизировать. Получается у них это неплохо. Юные воспитанники спортивной школы «Кристалл» на время спортивного праздника, посвященного Всероссийскому дню зимних видов спорта, превратились в хоккеистов, конькобежцев и лыжников и заполнили центр спортивной подготовки олимпиец. Мы участвовали в разных играх. У нас был конькобежский спорт, у нас были соревнования, посвященные зиме. Юных славянцев ждали 10 конкурсных испытаний. Все они были так или иначе связаны с зимними видами спорта. Импровизированные коньки, скакалки вместо лыжных пик, вместо хоккейной шайбы – резиновый мяч. Главная цель таких соревнований – познакомить ребят с зимними видами спорта. Детей эти соревнования сплощают, становятся дружными, более активными, целеустремленными. Появляется командный дух, стремление к жизни, движение, как говорится, это жизнь. Ну, стараемся детей приучать к этому. Организаторы спортивного праздника планируют сделать эти состязания традиционными и уже в следующем году привлечь как можно больше участников. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».